Машенька села на пенек и плачет. Съели наши пирожочки. Что я буду делать? Кому я что понесу? Тут пробежал зайчик. Говорит, Машенька, Машенька, чего ты плачешь? Говорит, волк съел все пирожочки. Я несла бабушке, несла дедушке. Да, говорит? Так, надо подумать. Что же мне придумать? Представляешь? Охуеть! Охуеть! Еще раз сказать. Взяли, спекли маленького колобка. И колобок вот так катится, катится, катится. Ему навстречу лисичка. Говорит, я тебя съем. А колобок говорит, не ешь меня. А потом? Ой, а я забыла. Что? Забыла, что потом было. А потом вот так было. А потом он покатился, покатился и говорит, не ешь меня. Потом что случилось, я не помню. Мишка! Мишка встретился? Да. И проглотил его, да? Да. И в животе, его такой живот стал у него. Представляешь? Представляешь?